Давай. Опаздываю на стрим. Задерживаю. Бля, вам не кажется, короче говоря, что вот у нас слово и вот отношения какие в ТикТоке складываются? Кто ебанее напишет коммент кому, понял? То есть вот он выпускает, я сразу пишу коммент ему писать. Я выпускаю, он мне сразу хуйню какую-нибудь напишет. Ну вот это конкретно, мне кажется, мое видео. То есть это про меня было. Ночами играю в комп, питаюсь святыми духом или энергетикой. Товарищ майор, опишите свое текущее состояние. Я регистрирую потерю внимания и мощный эмоциональный всплеск. Состояние, блядь? Да в ахуе я просто, ёпта. Кто вообще сейчас пьет энергетики? Разве это вообще модно? Не, я помню, что-то мы ныкались, страйк пытались попить. Лет 10 назад. Не, да и не надо, я с ним в руках. Я живу на них. Да че, по-моему, суета какая-то левая, ребят. От них зубы выпадают, как молочные. Я помню, на адреналине сидел одно время. Сука, по Фрейду ебал. Сука, ну как так? Ну, короче, есть энергетик адреналин. Мне прям он понравился одно время. И у нас там с пацанами был период, когда мы в компы постоянно ходили, в компьютерный клуб поиграть. Я прям почти каждый день его пил. Потом слез и вообще, чем больше пил, тем больше понял, что это прям вообще какая-то моча. Прям, ну, совсем талая. Это что? Что, типа, инструкция или... Я как раз искал видос какой снять, типа, чтобы залетело. Иди, иди нахуй. Ребят, этот, включить вот это или оставить так? Сука, мем. Так, вот это вот я запомнил. И ну я так, ребят, если вспомню, я там дам 500 рублей. Если нет, то спасибо за участие. Типа, это просто поржать на стриме. У меня корона, маник из салона. Дача в Барселоне, нервы из бетона, я скажу без уклона. Это по-любому из лайка. Я. Бля, префом. Ты можешь посуду и коснулся кусочка еды. Чел с патчем? Чел с патчами? Ебать, странно. Ну это же за... И что? В смысле, а зачем пацану патчи клеить на глаза? Типа это же женская шняга какая-то. Ты ебло. А чё ебло-то сразу? Не только. Это и для девок, и для пацанов. Я смазки делаю, ты патчи. А, это типа как увлажняющий крем, да? Который в целом для всех, но в основном используют девчонки, да? Вот, посмотрите, вы, у вас, да, появляется парень. И, короче, ну, вы встречаетесь, и потом просто один вечер, вот вы что-то с ним проводите, и вы видите, как он сидит так, ручки мажет, потом патчики вот так наклеит, так сидит, вот так вот. И все нормально, да? Просто сам думаю начать уже патчи клеить и мазаться кремчиками, вот, ты скоро, думаю, ноготочки ебануть. Просто вот я вот интересуюсь мнением общественным, так вот. Ну, хорошо, бля, ладно. Типа, интересно, просто интересно было мнение общественности в целом на эту ситуацию. Когда ты можешь посуду коснуться кусочки еды. Бля, ребят, вот чё не говорите, вот жизнь одному, она вот чё научила, это то, что когда ты поешь, лучше, бля, ну не поленись, опусти ты, сука, под воду тарелку свою конченую. Не поленись, опусти под воду тарелку свою. Или ложку, или вилку, потом потом уже заебешься отмывать. Кушайте, кушайте, не отвлекайтесь. Когда я ем, я... Что за бред? Бабочка получил 2, теперь он будет спрячься от него. Давай, я спрячусь в вот этот шкаф посередине. Место происшествия. Вы попали первым под руку и убиты. Тоже занимайте места, ребят. Вы обзывали его, поэтому тоже убиты. Вовочка, ты, блядь, меня нашел Вовочка, сука. Доска сломалась и задавил тебя насмерть. Сильно ранен и почти нету шансов на жизнь. Вовочка сжег шкаф вместе с тобой.
Бля, это как Five Nights от Вовочкас. Че, умный слишком? Споткнулся насмерть. Базара нет. Вы болеете. Охуенно, да? Чел, ты тупой, как ты в раковину залез? Слышу, чилка, это началось из-за тебя, Вова задушил тебя. Вовочка нашел вас и убил. Ты жрешь в столовой. Еще одни тупые. Ебать, ребят, кто выжил? Вот здесь кто сидел? Да ну нахер. Да че вы врете, блядь? Все сразу. Я. Когда я тебя позвонил, мать сказала, что дом будет серьезно рвется, скинул трубку, не даст тебе сказать слово. Теперь ты с несерьезным лицом в голове представляешь, как тебе в лицо с порога прилетает атомная бомба. Не знаю, мне мама никогда не скидывала трубку. Типа, чтобы я ей позвонил. Или она мне позвонила и потом скинула трубку. Ебать, это было бы стрёмно, короче говоря, наверное. Мы могли наорать, конечно, по телефону. Но чтобы скинуть трубку, это, наверное, космических масштабов беда. У меня звука нет? А, нет, от души видео такое. Котик. Я сейчас поеду в центр разъебывать, снимать контент для подписчиков. Это перед концертом кто-то записался в ТГ канал. Я под Ксанаксом. Буф, бля, бас-буст. Вы не сделал это, мои дети. Ты же девочка, носи розовую кепку, все светлое, как мне мама говорит. В долларах, я не хочу лето. Ты че меня хейтишь, ты ж хочешь, как я делаю. Вы не сделал это, мои деньги в долларах, я не хочу лето. Ты че меня хейтишь, ты ж... Everlast, фирма вообще боксерская. Бля, вы видели, да, как это было? Под шумок, бля. Ты когда встречаешь друг друга, говно чисто, бля. 40 лет как под наркозом, я работал говновозом, ой-ой-ой. Ни шофером, ни таксистом, а вонючим говночистом, ой-ой-ой. Андрюха Боярский, поздравляю тебя с нюхой от всех, от всей борщаги. Это танец для тебя. А у кого сегодня праздник? С днем рождения! А ведь это чья-то мама. Скорее всего... Не-не-не, ребят, не ваша, не ваша. Скорее всего, обитателя чата... А я вас на вшивость проверил, кто чего написал. Кто чего, какого чата написал. Хесуса. Курсе, да. А песни так же петь кто-нибудь умеет? Вот спой что-нибудь. Да чё за мем тупой? Кот под жёсткий рок. Кто? Побега успешная, просто. Ой, бля, смотри. Арабская соль, ты хуйнула. Крысиный бег, бля.
Чё? Он же сегодня меня сплавил после прошлого видоса. Это моя анимация на Человек-бензопила. Нормально зарендерил, ребят? Ой, блядь, ты вообще живое? Мочалка, иди сюда. Бля, в натуре мочалка. Же мочалка. Чё ты шугаешься? Я сам обосрался, блядь. А у меня есть смех, который может так же сделать? А? Super, ученые, это последний бутылка воды в мире, доверяем ее тебе, нахрен, Денис. Yeah. В пизду, пиво сила, спорт могила. Все, не могу. Бля, какой зашквар. Просто здесь получается поворот, да? Да. Где как 13-й троллейбус. Мне до любой автобусной остановки пройти надо. До любой какой-то. Бля, а что ты? Что случилось? Спиздил рюкзак. Да? Да. Да, блядь, не я. Блядь, какая же реакция. Какая же реакция вот у пропитых людей, либо вот у тех, кто под алкоголем, знаете? Знаете видос, где вот чел сидит, и ему бревном по пизду прилетело? И он говорит, типа, давай, и ему кидают бревно, блядь, и он, типа, его ловит. Вот там вот чел ловит бревно, и потом, после того, как ему в пиздак прилетел, он вот так руками сделал, понимаешь? И вот тут то же самое, смотрите. А что случилось? Спиздил рюкзак. Да? Бля. А? Да. И смотри. Сука. И почапал по делам, блядь. Блять, не я, говорит. Что за хуйня? А у меня были сны, короче. Было дело. Вы что, ебанутые? Вы что, в одних колготках в школу пришли? Пиздец, челы. У меня сны были тупые. Где я типа забывал что-то надеть, понял? То есть я иду уже, вот я уже вышел из тачки, иду в универ. И понимаю, что на мне только футболка. И я вообще просто вот и в трусах, и носках иду. Понял? Это был не сон. Это 100% был сон. Вот. А так, в колготках, да чё, ладно. У нас вообще все в садике в колготках ходили, по штаниках. Блин, да до садики такие отвратные, здесь ты не... Нихуя себе. Черный бумер. Без осуждаю, тут черный бумер. Капибара. Что это такое? Чего ржете? Букварь может велосипед на февраль. Мыло. Пиздец. Это самый бредовый бред, который забредило. Могло забредовать просто. Прям вообще это ульта.
Ебать, плавник. Ты прикинь, плавник суффикса. Плавник суффикса. Да, да, да. Бригаду, тебе за мем пояснить за этот? Смотри, короче, типа, бригада мема. Смотри, сверху, это значится, тебе первую идут, дают часть мема. Внизу дают вторую мемную часть мема. И третья часть мема, это то, как показывает себя чел, который выражал первую часть мема, понял? Вот в чем прикол. Че, меня попросили пояснить за мем, я объяснил. Да, да, да. Бля, базара нет, мне кажется, все пацаны падали так, когда делали. Ну вот я падал. Ну я там уромаваши дал. Понял? Люди сейчас 34 смотрят. Если часом затону на недельку, то второй. Сука, это хорошая фигня. Я тогда смотрю видосы в ТикТоке чисто из-за ковра, бля, а не из-за... Я люблю представлять, как убиваю, не спеша. Слышать их крик в ушах, когда покидает душа. Тело вертлявого ужа. Это фейк. А девочки... Бригада на бригаду? Бля, может кто-то бригаду на мое объяснение сделать? Которая забыла, что такое гравитация. Кто пойдет по следу одиноко? Ку, нихуя я опоздал. А че упал? Этот звук... Пусть я каждое утро. Бля, посмеялся над мемом из лайка. Это перезалит из ТТ? Ну ладно. Хорошо, тогда все. Отмена. Отмена позора. Все сказал. Угрожаю шутки уже. Бля, у Это тебе папа WhatsApp скинул или что? Чё это за мем? Кто? Трусы? Конечно. Смотри, какие у меня стрингачи зачетные. Я не представлял ничего. Абсолютно. Пиздец. Кто? Ты слышишь мой голос, ты улетаешь в рай. На мне сияет правда, и дьявол мой адвокат. Бля, так-то вермишель, которую я сделал, плохо увидел. Стрингачи! У меня синдром Туретта, с детства мальчик, я больной. Меня дергает пиздец, а я просто солевой. Тест? Читаю комменты. О, ну сразу, блядь, ну как это читаемо? Адекватно. О, блин, Дима Швепс, нахуй. Да? Швепсы же, да, там они? Шепсы. Сам Швепс. Матвеев, да, Матвеев. Матвеев. А кто там Швепс? Олег и Саня швепсы, да? Понял. А есть Лёха Спрайт, бля? Или Ваня Кока-Кола, ёбаный урод. Если ты засмеёшься, то у тебя шизофрения. А. Б. В. Г.
Что? Нихуя у него. Есть Паша Сникерс точно. Когда просто посмотрите, слышите. Базара нет. Каждый раз, когда просыпаюсь, вот где-то в 2.30, 3.30, вот я вот когда понимаю, что мне еще спать много часов, я встаю, вот конкретно включаю музыку и вот так танцую. Каждый раз, бля, буду. Вот то есть вот я прям, чтобы откайфовать то, что мне сейчас кайф спать. Нас было трое, жалко, что не вдвоем. Он был красивым на фоне меня. А я духом сильный, просто терпел, что ты так и не увидел, как я люблю тебя. На. Петровна, а мы с тобой теперь блогеры, тег-тагеры. Вот такие руки должны быть у мужика, чтобы у любимой женщины были вот такие. Нихуя себе. Позолотила ручку буквально. А мужик, знаешь, что такое раковина? Петро! Вот такие руки должны быть. Бля, как я хорошо руку так положил, я специально для дедов положил, короче говоря. Я еще, когда ушел со сцены, думаю, бля, зачем я только с кепкой был? Потом на мяты еще попрыгал без кепки, думаю, все, ладно, теперь без кепкой был. И с кепкой был, все, кайф. Да ну не пиздите, что вы бубукаете? Охуеть, ты прикинь. Вы куда вперед, Бочкина? Вперед, бать. Блять. Вперед. Так, вперед. Не учи отца ебаться, короче. Иди нахуй! Ты и ты! Все, тише. Я не бубуню, вы не пишете бу-бу-бу. Все? Договор? Тише. Когда ты любитель быстрых ебнуть, перед тобой люди, что тебя скоро... Дали нахуй и пошли, твари, отсюда съебались! Твою маму мы убили и присали на могиле. Ебать, Рок. Ок. Да нахрена мне это? Смотри. Туда выкинь. Так, хорошо. Ты дебил? Ты дурак, что ли, совсем? Это не шутка юмора. Ты конченый человек. Плавник суффикса. Хорошо, сейчас спрошу. Алис, как Алиса. Будет... Алиса. Как будет с греческого на русский Семён? Перевела на греческий. Сперма. Семён — это сперма? Слушай, я твой родимый гандон! Я твою дочку, блядь, в колыбели бреду выбу! Ты скажи свой адрес! Пиздец, осуждаю. Ебать. Это лайк? Спалился ты. Смотри, приложение. VB, Wildberries. Clash of Clans, да? Походу. Не видно, ладно, похуй. Ведь я пел, когда-нибудь уйду и съебался. Артист года второй год подряд. Это было весело, да, я слышу. Какой сегодня чудесный день у нас в Италии. Вы читали сегодняшняя газета? Женщина. Мамма мия, пармезан, а там тарим та 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 Я уже песенку придумал. Щелк-щелк-щелк, да щелк-щелк-щелк.
Все, спасибо, братан. Обнял, поднял, все ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, сыр, бзал, возим, блесн, гой, видал, туда-сюда, видал, там чик-да. Почему никто ремикс не сделал с этим еще? Ебать. Все, спасибо, братан. Сука, как он со спецэффектами упал, ты прикинь? Чисто как чихает батя. Ладно, все. Собрала всех подружек на пижамной вечеринке. Послушали фанкриков, обсудили всех мальчишек. Я нашла шампанское, что спрятали родители. Кто-то из... Да, я не знаю, как чихает батя. У меня был дед, от которого, блядь, весь жилой комплекс после его чиха, нахуй. Вот так вот подпрыгивал, как кто-то от моего привета, блядь. Девчонок приглашал сыграть бутылочку, давай. Научу вас целоваться, maybe в этом профи. Я тут одна тренировка. Ты заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Заставлял меня сосать, но я тебя отскакала. Ну это гордость школы, бля. Шу. Я качусь по миру, со мной два чемодана. В одном моя студийка, в другом цветная бумага. Говорят, мой ряд неправда. Читаю, лизогуб будет. Но это все неправда, ведь я пел когда-нибудь уйду и съеба. Ну. Ваня включил шумоизоляцию смеха. У меня стоит шумоизоляция? Нет, у меня не стоит. Есть шумоизоляция. Да еб твою мать. Критическое повреждение двигателя. Движение невозможно, чтение басы невозможно. Уничтожение механизма. Бунтарка. Представь. Представь. Дикарка, бля, тарзанка, бля. Открываю ёбок! Ты хуй там делаешь? А! Принц, это реально ты? Го ебаться! Ой, а? Ты... Чё? Охуел? Чё? Чё случилось-то, дура? Чё случилось? Майка в жопу засучилась! Нихуя не понимаешь, да? Козёл! Петух! Так, чё надо? Ты чё, блядь, припёрлась? Я спал уже! Ладно, что-то мне не вселяет доверенности это видео. Да-да-да, скип, я понял. Подиот нам написал, ты шлюха. Клонит спать, но только если попадет. Да-да-да! Ты мертвый звук на колени. Не сука! Я реально мертвый, это не шутка. У меня проблем, кроме моей башки. Тысяча минус семь, я умер, прости. Бля, вот хочется иногда все бросить и просто стать Dead Inside'ом. Просто все бросить, стать, да. Просто все бросить, начать играть дот, в которую я не умею играть. У мужлан нет прав. Тупой видос. Мужлан... Что за тренд тупой? Нет... Да иди нахуй! Миша! Иди нахуй! Дрейк растит аудиторию мышаперов, да? Твоя маршрутка не приедет сейчас и все. Я уверен, твоя мать шлю. За деньги, да, за деньги, да, за деньги, да, да. Лайки. Сука, как будто бы рыбу пылесосят, блядь. Что за звуки?
Доброе утро, ебать. Тишка не танка. О, бля, это Швепс. Это похоже. Да, Швепс! Разводи меня на столе! Да ну, блядь. А я пока посмотрим видосы, вот этот, который скинули. Это. Она, наверное, такая сидит. Вот, ну, вот все, сколько мы видосы смотрели, она такая сидела, ждала. Бро, эмоутед. Бля. Какие бархатные тяги. Бархатные тяги! Ну зато ты мне деньги донатишь за это. Кефтиме, бля. Надо сделать петицию о передаче авторских прав вот этой мадаме. Какие бархатные тяги. Уснула рано и спала сладко-сладко. Ник Мазелов, шлюха, бля. Сидел бы до утра у твоей кроватки и любовался тобой, как любовался Эдвард. У меня завтра менструация. Когда я Александр, я настоящий Андер. Александр — это как бы мой скафандр. Звука нет. Я могу спеть. Как. Когда я... It's coughing season and all the beneath the big boy. I want a big boy. Give me big boy, boy. Ну что... Ну а что? Мандарин. Я уже съел. Ты дебил, осуждаю. Осудительный момент произошел немножко. Немножко осудительный момент произошел. Это, конечно, творчество, музыкальное произведение, вот, но все равно мы не поддержим такое. Я понял, что современные дети не делают факты, оценку внешности в сторис. Этот мир уже давно прогнил. Это правильно, потому что это дебильный, тупейший бред. Вот я приехал в Москву, сделал этот Инстаграм, блять, да? В каком там классе я был? В шестом. И смотрю, сидят факты в ЛС, 5 фактов о тебе, там вот эта вот фигня. Я каждый раз думаю, нахуя вы это делаете? Вот вам что, заняться что ли нечем? Я так делал, боже, зачем? Это просто бред. Кто хочет, чтобы я сделал факты и оценку сторис сегодня? А вот как, кто хочет, так я, блять, а как я говорю, бу-бу-бу, чич. Куванёк, сегодня 23.00 мусорки. Иди нахуй, я не буду, я не... Какой мусорки 23.00? Спасибо за 100 тысяч рублей. Quarter sweet.
В говне утонула, блядь. Посмотри, когда горает мой последний кусок. Я оставил на бумаге все, что думал. Защита своего аппарата. Смотрите. Сейчас, когда самый дипец фан пишет, Ваня, где же жопа? Ну, 30 аппаратов почти не повреждены, несмотря на то, что я довольно сильно его бью. Это понял, спасибо, что Машка взял. Вставай, заебал ты, ебаный шашлык. Там был шеф Иван, да? Сегодня Ламборгини купил, вчера продал. Тема, ты чё, накачался? Ну да. Красавчик, иди мусор выбрось. Ты чё, охуел? Как тебе будет лет через 9 лет? Мне 46. А мне будет 41. А Арсению будет 50. А может и не будет. Года второй год подряд, это уже не весело. И Вове тоже. И Вову тоже, бля. Учил словки, возьми по сосиске. Парень викал это до завтра. Нет. Парень по имени Ске. Сосиске. Кинул пацана по ебалу. На! Чё? Чё? Опа, нихуя! Чё? Чё? Иди сюда, на! Вместе с чистым четвергом счастье пусть войдет в твой дом. Ярким будет ощущение от грехов всех очищение. Все тревоги и печали, мысли, что тебя так огорчали. Чтоб на спину покончали, папы, мамы все кричали. Как сказать будка? My house. Это. Это неправда, 18.99 не бывает времени. А это ради контента, что я сразу в камеру посмотрел, поняли? Бля, вот ну а что цок-цок нахуй? Вот девчонки, бля, вот вы пишете цок-цок. А потом попадаете в отношения, где ваше мнение в хуй не ставят. Так нельзя, ребят. С вами должны считаться, ясно? У вас должен быть молодой человек, который, бля, считается с вашим мнением, ясно? Хэштег рофл. Вот чё, бля. В 14 лет иди пей песок, я не знаю. Жди меня! И я дай тебе. Что 14? Чат? Что 14? Чё, чат, ну что 14? Ух, сука, тварь, ебучая, деревянная. Ну чё? Блять. Ладно. Чат! Ну что, 14? Ну чё? У! Чё ты хуйня, блядь?
Че за хуйня, блядь? Итак, Ли Стефан был прям сзади. Смотри! А теперь мы тебя найдем. Шучу. Чтобы не разводился. Спасибо за 500 тысяч рублей. Спасибо большое. Все, 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 чуваки. Ну уже никто 14 не пишет. Зачем вы себя как дебилы ведете? Уже никто не пишет 14. Нахуй вы продолжаете писать. Хватит. Чтобы не расслаблялся. Спасибо большое, Вика. Спасибо. А ты мне расскажи, зачем ты берешь в руки мой телефон и доводишь тетю Арбузову, тетку, до того, что она нас заблокировала. Она заблокировала меня, тебя. Расскажи. Уснула рано и... Ух ты, ебуть твою мать, красавица какая я. А це шо таке, шо то ти под носа мені подсунув, блядь? Мать ебуть. Здравствуйте. Я на вечерку с подругами. Вы что, в одной квартире сидите, ночуете и типа общ... и типа переписываетесь друг с другом в одной квартире, когда сидите? Вам делать что ли нехуй на ночевках? Нихрена себе. 6 шиллингов в гривнях. Что именно вам нужно перевести в украинские гривены? Не гривены, а гривны, овца, ёбаная, тупая. Одна только сыграет труп после меня. Это мы поели, выброси, пожалуйста. Вы чё? Это мы поели, выброси, пожалуйста. Вы чё? Бля, хорошо. Я качусь по миру, со мной два чемодана. А в одном моя студийка, в другом цветная бумага. Говорят, мой рэп неправда, но это все неправда. Ведь я пел, когда-нибудь уйду и съеб... Спасибо большое просто за 40 рублей молчаливых. Вот это, я есть не буду. Нет уж, дружок, ты с детства ел. Давай, жри. Опа, это сладкое. Артист года второй. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Criminal. Мама, I'm a criminal. Это я, а вот это он. Это снова я, а вот это снова он. Это я, это он. Это я, это он. Я. Привет, Андрей. Я Ваня. Смотрите, в свидание. Смотри. И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества. И шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Бля, еле дошел, ты прикинь, все, всем чатом переживали. Вверх лопать надо, давай телефон я тебя сниму. Давай, давай. Давай, все. Не, не так. Подожди еще раз. Да нахуя, ну кто придумал по розе хлопать? Бля, я бы тоже похлопал просто так. Я бы еще свистнул потом. Вот так вот. Давай! О, доброе утро, страна. Скажите, что я еще сплю.
ёб твою. А как вкус? Да заебали писать, я хочу спокойствие. Ладно, чё там хоть пишут? Как дела? Хуё! Слушай, ну да, прошел один месяц, но я больше предпочитаю жить. Ну да, я тоже. Вот это реальность, мне интересно. Это что за тунди-унди? Бля, что за суффикс это? Шпич. Он не живой, нахуй. Это не может быть так. 8 ударов колбасы по Apple Watch. 61, колбаса умирает. Он говёшки ест, ребята. Он просто ест говёшки. Сухие. Ты говноед.